Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами я. Сегодня опять видеоролик для женщин. Хотел вам показать продавца китайского. Заказывал я уже не один раз именно вот такую помаду Imagic, по-английски название. Чем эта помада, она отличается от других? Соответственно, качество. Ну, помада не совсем крутая, а обычная. Стоимость помады около 180 рублей. Плюс-минус 100-200 рублей гуляет туда-сюда, в зависимости от курса доллара. Рейтинг у продавца из 5 звезд 4,7. В сегодняшний день почти 700 заказов оформлено. В связи с тем, что у этого продавца я уже не первый раз заказывал, у меня с ним такая завязалась переписка, просил вот именно продемонстрировать вот эти фотографии. Эти фотографии, получается, мы видим, какой популярностью пользуется их парфюмерия, также на каких лабораториях, фабриках изготавливаются, и соответствующие документы, сертификаты качества. Я продемонстрировал. Так, дальше. Заказала две помады. И в связи с тем, что постоянным я оказываюсь у него клиентом, он мне написал, что отправит обязательно еще одну помаду нового происхождения производства в подарок. Значит так, заказал две помады, еще будет подарок. Давайте посмотрим, что на самом деле там пришло. И еще, что самое интересное, очень быстро позаботился, отправил. Всего дошло за 14 дней. Упаковка в целости сохранности, претензий никаких нет. Открываем аккуратно и смотрим. Чем эта помада, конечно, она отличается от необычных, что она очень хорошо наносится на губы и не скатывается. Ну, нету еще вдобавок никакого специфического запаха. Ну вот, а так, в принципе, больше ничего пока не могу сказать. Вот. Две помады, две коробочки, они и есть, что я заказал. И давайте посмотрим, какую же они нам прислали новую помаду и Imagic. Вот это довольно-таки что-то интересное. Кстати, цифра 6 я заказывал. Ну вот, сейчас мы посмотрим. Да, действительно, 6-6. А здесь какая-то C... Ой, какая-то C08. Давайте с вами тогда распакуем. Сейчас проверим. Все ли у нас там в порядке. Так. Даже здесь и то на самой помаде сделана надпись английскими буквами именно фирмы. Так, все в порядке. Так, теперь эту сейчас проверим быстренько заодно. Хотя этому продавцу доверяю. За доставку можно смело ставить 5 звезд. Заказ тоже 5 звезд. Вот. Ну, давайте посмотрим теперь, наконец-то, новую помаду. Что там нам продавец предлагает? Может быть, действительно, какую-то крутую помаду разработали? Что, может быть, моя клиентка постоянно на эту помаду перейдет? Что-то не открыть. Очень такой цвет интересный. Золотыми этими блесками. Так, о! Да, по сравнению. Тут, конечно, дизайн довольно-таки интересный. В форме шестигранника. Полосочка такая золотистая, та же самая марка. И написано «Профессиональный косметик». А здесь у нас то же самое написано. Давайте посмотрим. Вау! Какая помада, ну-ка. Запаха никакого нет. Как она будет рисоваться, ну-ка.
О, немножко отличается цвет, да. Не знаю, клиентке понравится ли. Но вот эта помада от китайского продавца в подарок. Если клиентке понравится, то, возможно, она может даже на это перейдет. Вот и все, что хотел вам, дорогие зрители, показать. Подписывайтесь на мой видеоканал. Всего доброго, до свидания.